Всем привет, друзья! И вот мы опять встретились на нашей знаменитой ферме. С вами кто у нас в гостях? Как вы Как думаете? всегда, Сайбат. Да. Всем Как привет. всегда, всем привет, привет! С вами Родригес и Сайбат, и мы продолжаем все-таки наше вот это вот развитие на этой замечательной Земле. земле. У нас уже утро. Да, у нас Снова уже утром. утро. Мы закончили ночью, в общем, немножко отоспались и Поспали начали, пару да. часиков примерно где-то, да, мы поспали, наверное. Ну что, Ну мы да, ковш хорошо. этот, ковш будем продавать этот, да, Давай наверное? подадим, садись вот этот ковш продавай, который на нем нацеплен. Да, сейчас я подъеду. Как-то то ли он баганул, то ли что Стой, случилось, стой, не стой, стой, знаю. не разгоняйся, мы же это отцепили. А, Отцепили. а Стой, там... куда ты трактор-то загнал? Или ты там отдельно можно продать? Ты трактор не продашь случайно? Нет? А бог его знает. Ну ладно, давай я вот спуду, короче. Давай, давай. О, вот так, отлично. Да, все круто. Продаем, блин. Ладно, все, продали. Сколько Цепляй денег его мы дальше. продали? Сколько денег дальше? 540. 540 всего? Да. Купили за 900, продали за 540. Ну, так мы это Опа. развиваемся. Опа. Опять он скачет, смотри. Сейчас это на этом. Попрыгун. Трактор. Присоединил. Так, Давай, цепляйся. А, я не в ту сторону сейчас. Давайте глянем. Так, у нас работник уже. У него 49, кстати, Сайбат. Ты мне, если что, я вдруг забуду, напомни, у него осталось 40 там этого кукурузы, очень А, мало. он же потом все равно Он садит. дальше засарит, думаешь, да? Да, уже потом высокого делает. Все, хорошо. Вот у Кстати. нас уже кукуруза уже начала лоситься потихонечку. Вот первые уже ростки. Мы ее выращиваем. Слушай, а нужно же ее удобрять еще, да? Удобрять-то будем? Да я не знаю, кукурузу, в принципе, нафиг его добавить. И у нас пшеница, она созрела. Давайте еще проверим. Ну, я вижу, что она созрела. Ну, так, ее косить-то уже что, можно уже? Да, наверное, можно. Урожай созрел. А ты Но с... почему-то на карте она пока еще не бирюзового цвета, а зеленая. Давай попробуем. Или может быть... Садись на трактор на этот, на синенький, и едь пока коров кормить. Я сейчас тут разберусь потихоньку. Ага, хорошо. Сейчас нам нужен, так, нам нужен сейчас, получается. Отправимся сейчас покормим пока коров, которые у нас голодали уже, да? Три коровы, там у них Они полный. одну эту солому едят, эту траву. Сейчас силу своим подкинем. Кстати, это потом скажешь, когда подъедешь, я хочу тоже посмотреть, что они, как едят. Сейчас 7:30 утра. Прекрасная летняя погода. Поют птички. Очень шикарно. Мы уже работаем. Поле наше уже пожелтело. Кукуруза, ой, вернее, пшеница уже заколосилась. И сейчас у нас дорастает кукуруза. И трава, которую мы уже тоже... Кстати, Сайбат, не знаешь, ее уже можно косить или нет А еще? мы пока сейчас это оставим ее, пусть она лежит. Вот наши коровки, у нас три коровы. Так, ладно, пойду посмотрю, как ты будешь кормить. Неинтересно. С погрузчиком мы еще не работали же здесь. Грузчиком мы этого еще не делали, я не знаю, что тут надо. Так, вот это вот у нас силос, да? Так. Пускай ковш. Сразу. Не-не, назад идите, маленько. О, набирается? А, что-то... Набирается. Смотри, все, да? Все Точно набрался. набралось, да, Больно, нифига. ну давай, вези. Вези, вези теперь. Сыпь коровкам. И туда, и сюда давай насыпем. Надо было с другой камеры посмотреть, но повернуть. Ну ладно, в следующий раз. Так, Сыпь везем туда. вам туда, да? Ага, ну чтобы сразу и туда, и сюда. Тут трава, правда, я не знаю, можно насыпать. Можно, наверное. Все, сыпь. Поворачиваю. Ага. Маленько. Эх, Нифига нифига, себе у меня скотчер. Смотри, смотри, насыпалось. Запануло. Стой, Так, сколько ну там сколько? дополнений не написано, сколько? Чего? Нет? Где что-то... А, в допол... Это в этом нужно посмотреть, Ну наверное. и еще попробуй ковшик туда, в этот, в стойло в их не закинуть. Кормушка силос 1859. Есть, написано. Кормушка смесь еще у них есть такая. Ну смесь это мы уже потом будем делать, еще до этого. Это смесь, это когда миксер надо будет покупать, да, А, наверное? отдельно там, по-моему, продается он. Давай еще разочек. Давай. Ковшиком еще И вот смесь. какашки потом можно будет подцеплять ковшиком. Больше им туда, да?
А ты это с самого начала начинай загребать. Отъедь назад. Ага. Еще. Так. Еще. Еще назад отъезжай. Опускай. Полностью опускай. Во, все, погнал. Оп. Вон, сразу джип заполнилось. Махом сразу, да, слушай? Ага. Да прикольно, я тебе говорю, ну. Вообще сделали, классно. Ну, симулятор в натуре, да? Да. Сейчас поехали в стойло туда. Скинем, что они там. Они уже пошли, слушай, есть как раз. Ну, у меня, по крайней мере, они пошли есть. У меня они сюда, какие-то что-то здесь это ходят. Смотри, у меня прям это, прям трое, прикинь, пришли. Каждое свое прям. А ты оп. Туда еще закидываешь? Да. А ты иди. Без разницы куда. Она заполняется, да? Да. Ага. Вроде высыпается. Не, просто ради интереса как бы это. И как долго она, да? Я вот немножко наклонил, если бы я бы сильнее наклонил, она бы это быстрее бы высыпалась. Оп. Вижу сразу, смотри, раз. Прикольно, прикинь, да? Здесь, короче, регулируется, да, даже это. Но. Скорость высыпания, заполнение там. Давай еще одно в стойло закинем. Прям сюда. С травой смешаем им, да? Да, да. А там тоже же трава была. Чё, какая разница? Ну они прям трое у меня прям едят сейчас, смотри, прям, ну не знаю, как у тебя. Подъезжай сюда, сейчас подъедешь. Вообще прикольно, смотри, прям трое хавают. И орут. По очереди. Вообще круто. Все. Убирает. Она лопалась уже. Процесс увлекательный, вообще это все это дело. Ну интересно, конечно. Я туда поеду, да, тогда? Да, сюда давай. Я тебя тут жду. Сейчас мы все смешаем. Вкуснятина такая будет у них. Нямка-нямка. Да. Молоко будет зато у них. Это, ну как. Какое прям? Получше, ну, что разнообразие в пище, все дела. Наверное, я так думаю. Судя по всему. Молоко будет что надо. Что, сыпется, все высыпалось? Да. А, ну все. Круто прям вообще. Все, хватит тогда. Офигенно. Бросай так. Тогда здесь, он что, не нужен нам пока, да? Пока не нужен. Так, этот у нас работник по нулям заправляет кукурузу. Ну пусть я ему не буду мешать, да? Рано увлекся. Да пусть, ну. Нормально с ним. Комбайном можно уже косить, как ты думаешь? Комбайном косить? Да, можно уже. Я туда сейчас уже подъеду на этом, на тракторе. Подцеплю прицеп, получается. Угу. Сейчас я еду. Вроде все, поехало, нормально. На комбайне? Да. Эй, Жень, я сейчас прицеп пригоню сюда. Блин, это нам получается два прицепа надо. Да, получается два прицепа. В один сейчас я буду собирать, получается, саму пшеницу, да? А во второй, вот этот, который я везу, уже солому. Как здорово он. Кстати, соломку можно будет маленько отвезти это коровкам, да? Чуть-чуть. Да. У них же тоже она окончается потихоньку. Сейчас я тогда скину тут лишний груз с трактора. И вообще надо его помыть потом, наверное, в конце сегодняшнего дня. Я так думаю. Да, мы все помоем, то есть все будет чистенькое у нас. Сейчас. Вот она какая погодка прекрасная, просто как красиво. Ты что, работника уже посадил? Да, ну я немножко сам прошелся немножко. А что ты, посядь еще маленько, сейчас я подъеду разгружать скоро. Хватит. Дадим людям зарабатывать деньги, да? Пусть поработают. Ой. Так, раскидал по всей площадке тут, ладно. Так, что еще у нас можно поделать, да, сейчас? Иди, блин, а у нас тракторов не хватит. У нас, значит, есть кормушка силос. Мы вроде наполнили, все там хорошо. Молочная цистерна 281 литр, кстати, прикинь, прибавилось. А ну, что сделать так, непонятно 66. Вообще. Я с молоком тоже не знаю. Ну ладно, разберемся. Что делать? Так, у нас задания сейчас какие есть? Да нафиг нам задания? Садись, давай в этот. Да. В комбайн. Потихоньку сейчас. Давай. Посмотрим, что у нас. Сколько там накопилось? Маленько, да? Ты что ли там управляешь уже? Конечно. Давай, я управляю. Поехали. Сыпь. Я из кабины прямо вижу, как ты. Да? А я, кстати, что-то давно как в кабину. Просыпаем. Просыпаем мимо. Это мимо, да? Слушай, а я тоже из кабины сейчас стал смотреть. Интересно. Я тут постоянно снаружи как-то. Чистый такой комбайн, классный вообще. Ничего не заморачивается. Правда, еще телека не хватает, мини такого, знаешь.
Это совсем халява прям. Да, это будет вообще, короче. И автопилота, да, такого, который сел, то есть. Или крубил и поехал. GPS-ик надо, ну. Sony PlayStation 4. Xbox, да? One. Или Xbox One, да. Ферму, прикинь, рубишься прямо, да? Ну когда-то мимо, у тебя бортов что-то сыпется, слушай. Да нормально, не боись. Мимо не просыпется. Так. Ой, что-то я маленько тебя слишком это брезанул. Ну ладно, ничего. Ничего, нам не привыкать. Сколько там процентов, ты говоришь, было у тебя? За два захода получилось. Так, у меня 32. Я просто думаю сразу на одном тракторе еще и солому собирать. Поедешь на тракторе солому собирать? Конечно. Давай поменяемся. Так. Давай. Сейчас, когда я сяду. Садись. Скидывай тогда прицеп. Родригес. А? Скидывай прицеп и это. Сейчас работничка поставлю. Вроде бы ровно все. Куда ты пошел? А этого? На комбайна, что ли? Да, что ты хотел? А, скидывай прицеп с этого. Прям здесь день, бросай его в поле. А? Ну, в смысле, чтоб не мешал только он. А? И этот бери. Другой прицеп, который сено собирает. Ага. Все. А он у нас здесь стоит? А здесь вот он, я его бросил. Вот у нас, да, в этом... Блин, что-то засмотрелся. У нас в этом, в нашем... А, да-да-да, вот вижу, да, все. В нашем гараже. Да, сейчас я пока посмотрю так. Ага, он садит, все. Кусок уже такой вырос, кукурузы. Курица, курица смотрел, куриц? А, еще до куриц. Иди до куриц, наверное, дойди. Я пока здесь разберусь. Сейчас там, пока он это заполнит. А я пока, наверное, это попытаю здесь. Попробую навоз вообще собирать. Слушай, там еще удобрение надо. Столько дел, да? Тракторов не хватает, смотри, да? Че тут у нас курочки-то? А навоз мы сразу после этого, наверное, пустим. Слушай. Наткнулся на одно яйцо, уже сразу зашел, наступил. Наступил на яйцо. Все, навоз собирается. Представляешь? Да? Слушай, надо показать это все, как это делается. Сядешь, потом я тут брошу туда. Ой, ага. Сейчас я пробегу здесь, соберу яйца. Да, в принципе, сейчас работник все посадит до конца, и можно на него будет уже удобрение цеплять, да проходиться поле, да? Че нам, какая разница? А ты где, кстати? О, а, вот, я у куриц тут. Куриц? Смотри, тут они, слушай, я тут уже пробегаюсь, тут яйца прям несутся, на, не знаю, на глазах буквально. Тут вообще их столько много было сейчас. Сколько собрал? Смотри, там в этом написано должно быть. Так, яйца, так, две штуки, а, собрано 5, 15, господи, что я тут оговариваюсь, а яйца еще 2, что ли, 2 еще надо отыскать, где тут у нас 2 яйца, у кого? О, вот он, ходит, у него, он спрятал. У петуха, да? Ну, у кого еще? У кого тут еще остались? Ну-ка, сдаем, сдаемся. Че, они не пилятся до сих пор? Может, мы это подпилим немножко здесь тогда. Сделаем с открытым верхом. Крышу отпилим, ну нафиг. Крышу, ну короче. Забор, ничего не пилится. Жаль. Обида, ну. Засада. Ну ничего, в следующих сериях мы устроим просто битвы на бензопилах. Так, ехали. И солому сразу собирай, пока. Солому, там, слушай, комбайн, мне кажется, уже наполнился. Да, он полный комбайн. Стоит, полный. Сейчас подъеду, тогда это, сначала заберу. Давай, ну, собирай. Я тогда не буду его увольнять пока, да? Пока не увольняй, пусть пока он это, еще. Хорошо. Живет. Я просто сел к нему, тупо маленько, с ним поболтаю. Завербованный наш работник, завербованный. Да, комбайн. А, нифига себе, ты в комбайне был, когда у тебя полный этот? А что там? Сейчас, садись в комбайн. И посмотри назад, смотри. О, ничего себе. Типа полный, видел, да? Зерно там полное, да? Зерно как будто полное.
Классно слышать. Бункер как бы наполняется. И сверху он тоже видать, что он полный бункер. Понял. Что ты там? Все, все. Так, все, я взял, поехали. Давай, собирай тогда. Летим, летим. Так, что у нас тут? Сеялка, сеялка, сеять. Все работает. Солому мы, значит, куда, значит, поставим? Отвезем, вернее, солому вот эту. Мы сдадим ее, продадим, да, просто? Конечно, просто продадим. А коровам в конце уже там отвезем остаток, да и все. Кстати, спасибо, ребята, что вы отвечаете на наши вопросы, на которые мы пытаемся здесь разобраться в эту ферму. Спасибо, что нам пишете в комментах. Очень приятно. За помощь. Вы нас поддерживаете, если что мы не знаем, вы нам прям это, комменты. Пишите нам. Да, лучше, конечно, такие. Мы в деревне так, пару раз были. Мы, ребята, городские, в деревнях не часто бывали, но тоже приходилось-то. Деревня-то. Приходилось, но... Деревня летом это вообще, да, мы с мамой отдыхали, так что... Я несколько раз всего был в деревнях. Садись на этот, на погрузчик. Попробую навоз собрать. Так, сейчас я солью это. Сыплю, вернее. А. Пшеницу. Давай, давай. А, ты все полный уже, да, прицеп? Почти полный, там осталось там. А, давай, скидывай. 7 штук. Скидывай, скидывай. Что там у нас по ценам? Так, сейчас проверю. Ты пока едь, я посмотрю. Ячмень. А, ты залез уже? Пока, да. Так. Ну, у меня цены все, ну, в смысле, это, стоят на месте, то есть ничего не выросло, подорожало, но ничего. Тебе сводки не пишут, что ли, да? Не пишут просто. А тебе что, подорожал, что ли? У меня ячмень подорожал. Блин, а у меня нет. Короче, меня вообще тут не воспринимает нифига, все тебе только информацию, ты там мне нифига не дают. Ничего, я тебе все передам. Как оно есть на самом деле, все. Ладно, хорошо. Ты сразу и туда, и сюда успеваешь, да? Солом сразу хочешь собирать? В две смены, на две ставки. В две ставки работают. А там трактор солому собирает, и это, да? Ну. Зерно. А что, денег-то у нас сколько в кассе? И 200, мало. Может быть, уволить, значит, работника самому сесть? Давай, попробуй. Нам пока что, не надо ничего? Не надо, давай. Я тут собираю пока это. Достаточно быстро мы сейчас соберемся тут махом. Соломку продадим. Ну, она, кстати, не очень дорогая, так что, ну, не очень какие-то дорогая? Деньги, да. Нормально. Хотя бы что-то. Да. Ну, с одного ряда я собираю приблизительно 24% выполняется. Так, все, наверное, езжай за прицепом. Слышно, у тебя сколько? 70%? Езжай, езжай. Уже все, уже 73, 74. Я как раз доеду, смотри. Короче, ты будешь сейчас гонять туда-сюда, да, я понял? Да-да-да, придется так, наверное. Прикольно, что? У нас, посмотри, кукуруза, что там с кукурузой? Да нормально все, садится. Нам потом просто на этот же трактор надо будет одеть... Кто ее? Потом культиватор, который, да? Да не-не-не. Скажи мне, я тебе скажу. Удобрение делать. А, да-да-да. Нужно же там все пропрыскать еще. Да, удобрением обязательно пройтись надо. Все удобрить, чтобы там все это... Раз прополоть вон. Хоть не надо. Я вот не так, любил, давай, когда давай. Ездили давно с родителями на картошку, вот мы... Это была жесть, когда мы пололи все это дело. Разворачивайся, наверное. Все. Я так сыпану быстро. Давай. Опять мимо все сыпем, да? Да. А маленько вперед еще. Нет. Проехали. О, нормально, нормально. Не, в смысле это, чтобы я сразу потом начал. Еще? Еще. Хорош? Хорош, ага. Стой. Все, давай из кабины сейчас гляну, как это все происходит. Вот оно, да. Вот все. Он сам процесс-то весь. Классный. У меня уже натоптано в тракторе. Все? Грязно все. Свободен. Все? Ага. Может, здесь я прицеп туда я оставлю. Да, бросай прям здесь все. Я потом в обратную сторону уже поеду. На ходу можно отцепляться, классно, да? Блин, я начал пропускать маленько. Миша, да, вот,
Вот сам... работник, когда работает, он-то ровно идет, а когда сам, видишь, пропускаешь маленько. У него-то стаж какой у работника, понимаешь, у него стаж-то большой. Ясно. Там мы недавно начали, у нас-то тут, да. Поэтому баксы в минуту берет. Ну. Не мелочится. Вообще, нифига. Вот ты как раз сейчас две полосы опять соберешь, и можно будет обратно ехать. Что-то ты мимо пролетел. Я уже вроде включился. Нет, я не опустил ее просто. Да, это они не опущены на тебя. Ага, все. Вижу. Пустил. А все, поехал, думаю, что он так рванул, думаю. Я же вообще думаю, не две, а три тогда успею. Какой скорости. Ну как я не любил, я про картошку вот я тебе говорил просто. Это была жесть. Картошку ехать, о нет. Мы-то все копать. Да это вообще на. Это жестко. Мы уезжали с утра, приезжали уже поздно вечером. Потом эти все мешки кидать туда на машину, потом с машины все это, о, жесть. А лучше тут это, да, за клавиатурой. Ну да. Но сейчас народ как-то это стал. Сейчас уже, наверное, не часто так-то встретишь, что он там салит картошку, да? Ну, часто все в супермаркетах там все затаривается. Понятно, правда, какой картошкой. Ну, а что деваться куда? Потому что там всякие гормоны роста, там пестициды, что-то только нет. Ну, мы, кстати, если, друзья, вы заметили, то есть мы с Сайбо там без каких-то там пестицидов все делаем нормально. Да, мы ничего не добавляли. Ну, хотя удобрения тоже, знаешь, непонятно. Ты подкинул удобрения, нет? Понятного производства удобрения. Тем более мы его где покупали. Да, то есть мы надеемся, да, что там... Что там все нормально. Ну мы надеемся. Слушай, а тут что за полоса такая длинная осталась? Где? Ну вот я сейчас собираю. Полоса чего? Здесь интересно. Да ты как будто это косил тут, я не знаю. Отлетало тут метров на 5 от комбайна след такой. Понял. След соломы, то есть остался. Ага. Может это до дороги, прикинь. А, нам да. Есть такое, да. Ну это сзади сыпется же, да. Все, можешь подъезжать прицепом. Все, подъезжаем. Что-то я. Вот он. А не, сюда езжай. Куда вы их? Прицеп-то здесь. Я понял, сейчас. Кружишься там. Закружился просто. Это увлекся. Сейчас я разворачиваюсь, последнее тут дособирую. Дособирую. Сейчас. В принципе, за два захода, да, мы заполняем этот. Ну практически, да. Все, подъезжай. 4200, у тебя сколько он берет там, я что-то забыл уже. Сейчас посмотрю. 800, да, или сколько? Нет, больше. Сейчас скажу, уже почти. Стой. Стой. Назад маленько. Назад. Чуть еще. Я скажу. Все, 4200, да, реально, 4200. 4200, да? Стоп, там здесь, давай, вот, подъезжай сейчас. А, ну да, точно, ты же мне, у меня же был пустой же этот. Угу. И сейчас там 4200 тоже. 8400, да, получается? А да, я даже могу тебя... отойти и посмотреть, как это все, да? Ну да, в принципе. Я могу и запрыгнуть, по идее, вот так даже, да? Видно, смотри. Да, как сыпется все. Ага, круто вообще. Вообще прикольно. Прям даже могу душ принять, да? Смотри. Из пшеницы. Я в пшенице купаюсь, да? Купаюсь в пшенице, она такая классная, офигеть. Да, раньше пшеница это вообще было, не знаю. Люди... Ну, из нее хлеб же все делали-то, по идее, да? Да, как бы сейчас хлеб-то ценится. Часто, да, ценится. Дорожается. Все дорожает сейчас. Ну, посмотри, вот у нас работник там работает, нет? Блин. Работает? По нулям? Нет, в смысле, правда, сколько это осталось? Немножко ему осталось? Наверное, еще две, три полосы еще ему осталось, ну, где-то. Мы же как раз это... Тут пособираем момент. Даже раньше нас закончит, я думаю. Давай ты на комбайн, наверное. Садись. Сейчас, а, сейчас. Отвезу пшеничку. Я маленько покатаюсь, только хочу покататься. Гружаем. Так, у нас пшеницу это уже приличненько. Сколько? 39,5. Максимум там можно. А максимум тут, по-моему, бесконечно, я не знаю. Максимум бесконечность? Может быть. Думаешь? 47,800 у нас, прикинь. Вот это мы ее пиханем скоро. Сейчас дождемся цен хороших. Надо будет по заданиям посмотреть. Может пшеница когда-нибудь надо будет. По заданию-то больше дадут, наверное, нет? Да, по заданию там еще дополнительную премию дадут. Ну вот, подождем задания.
мы сейчас это поле соберем, я думаю, тут еще сколько тонн, как ты думаешь? Даже предположить не могу вообще сколько. Много, наверное, еще. Наверное, тонн. Много. Сколько здесь еще прицепов мы соберем? Вот мы сейчас уже два собрали, это было приблизительно 20%, 30% поля, да? Два прицепа. О, у нас у меня почти полная сейчас. Мы. Кто? Солома? Солома, да. Блин. Все наполняется у нас, да? Потихоньку. Отлично, сейчас мы ее продадим. Заживем. Как долго мы ждали этой работы, да? Ой, как всяким долго. Занимались в Тоне. Колымами. Блин, мы с соломой-то бегали, не знали, куда ее деть. Ну, я всю карту объездил. У нас был стопор. Вообще. Так, ну все. Поехали продавать. Солому сейчас мы ее продадим. За сколько? Интересно, у нас 2700 осталось, 2770. Денег? Денег-то не так и много. Вообще копейки. Да, вот вам и хардкор. Если бы мы играли сейчас на начальном, у нас бы уже, не знаю, тут уже сколько денег было. Да мы бы уже, наверное, все бы там купили, наверное. То, что нужно, да? Ну. Так, солому сюда. Да. Хорошо, что солому можно продавать. Как бы ее куда девать-то, да? Ну. Слишком. Корову, кстати, можно тоже высыпать? Ну, конечно, мы же ее высыпали. Я про что говорю? А, первый же, да, мы, по-моему, первый... А, вспомнил, мы же в первых сериях ее высыпали, а остаток у нас... Да, мы сейчас, осталось, да, мы сейчас, да, наоборот, да, все продадим, а остаток, так, можешь подъезжать, все полный. Сейчас задание гляну, тут какие, может, еще что-то есть про пшеницу. Про пшеницу? Ну, посмотри, сколько там, может, чем поедет. Про пшеницу есть. Заросший участок, кстати, есть задание. Да ладно, пусть стоит пока. Фиг с ним. Сейчас у нас тут самих заросших участков много. Я пока поезжу, поработаю. Все, полный. Еду. Давай, я пока тогда пошел. Смотрю, что у нас еще. Ага, работник есть. Да. Нормально. Удобрение сейчас нужно будет. Сейчас мы доделаем, да? И удобрение возьмем. Я тогда сейчас поставлю на то, чтобы задания помедленнее появлялись. Угу. Поставь. Так, ты едешь, ага. Бросай там прям где-нибудь его. Сейчас мы довезем его, чтобы начать прямо оттуда. Давай, да. Или хотя бы, да. Да, вот здесь, ага, бросай. Здесь видимость хорошая, по идее, да? Да. Видно издалека. Да. Ну вот это хотя бы, ну, радует. В принципе, хоть откуда, по-моему, видать. Так-так текстуры смываются, да, как бы, ну. Ну, совсем когда далеко, да, немножко туман такой появляется. Вот приблизительно вот здесь вот у меня уже туман. Да. Вот здесь я уже четко вижу. Когда тебя уже. Давай, сейчас грузим. Да, пшеничка такая прикольная, да? Лосится. Прям приятно ездить. Да. По сиям на тракторе прям. Сыпется сама, нет? Сыпется, я вышел, смотри. Я вышел. Сама все работает, да? Классно. Наполняется. Хороший кадр, кстати, да? Сейчас. Оп. Блин. Че у меня? Ноги там прямые совсем не прыгают. Что-то. Ладно. Ты сгибаешь и... Прикинь, это на прямых ногах ты прыгаешь, а если сгибать будешь, ты же вообще будешь взлетать просто в небо. О. Оп. Все. Все, что ли? Все. Все, да, поехали дальше. Я тогда включаю. Все, пока. Включаем технику, погнали. Так, я думаю, на этом мы сейчас будем завершать. Так, посмотрим, что там у нас есть еще. Сейчас я тогда возьму другой трактор, другой прицеп. Так. В общем, мы в этой серии, что мы успели сегодня сделать-то? Да, покормили коров силосом, да? Да, дело. Убирали ковшом, было это круто. Раньше такого не делали. Так, потом еще, значит, ну мы уже выращиваем пшеницу уже второй раз на этом поле. Это кукурузка тоже... у нас там растет, самое главное. Новое поле. Работничек у нас досаживает кукурузу. Перемещайся, Сайбот, на кукурузу, там и завершим. Давай, хорошо. Нашу очередную серию. Вот, вот уже видно у нас. Он полностью посадил. Смотри, вообще классно. Уже одна это зацвела. Нужно уже здесь это. Ну не зацвела, а уже хотя бы эти ростки появились уже. Ничего, побрызгаем скоро. Да? Сейчас она чуть-чуть подрастет еще, да, несколько полосок, и мы прольем это все.
чистейшим навозом, да? Кстати, надо попробовать будет. Да. Нет, это Бочкина, Бочкина. Ну ладно, мы просто удобрением пока сделаем. Ну что ж, дорогие друзья, давайте прощаться. Увидимся в следующей серии. Мы вам желаем хорошего настроения, успеха и много позитива. С вами был Родригес. И Сайбат. Всем пока. Всем пока-пока.